Привет, дорогие друзья! Сегодня я начинаю с того, о чем просили уже очень давно. Я начинаю снова кастомайзить. А сегодня у нас пати-вагон из Черепашек-ниндзя мейнлайн для подписчика. Начинаем по стандарту, рассверливаем и раскрываем весь корпус полностью, снимая абсолютно все детали. Кстати, прошу заметить то, что тут дно очень толстое, металлическое и тяжелое. И самое первое, что мы начнем делать, это ставить другие колеса. Я взял вот такие вот разноразмерные, очень красивые хромированные колеса, которые буду ставить на вот такие вот составные оси, что очень удобно в любом просто практически кастомайзе Hot Wheels и не только Hot Wheels, в принципе 64 масштаба. Также мне приехал целый комплект, а вернее даже два комплекта таких вот интересных колес с Алиэкспресса, но я пока что не знаю, куда их применить, поэтому если у вас есть мысли, то пишите об этом в комментариях. Вот такие вот 6-спецовые белые и 4-спецовые серые. Точные копии оригинальных хутилсовских премиумных колес, но из Китая. Стоят гораздо дешевле и вообще. Вот, кстати, те самые составные оси. Дальше я взялся за прокраску задних фар и использую я вот такой вот акрил разного цвета. В качестве кисточки использую Vista Arista номер 2 от Gallery. Вообще идеально номер 1, но я использую двоечку, мне она как-то более привычна. Потихонечку и очень аккуратно прокрашиваем задние фары. К сожалению, у меня это получилось далеко не аккуратно и пришлось очень много исправлять потом зубочисткой и иголкой. Но в свое оправдание могу сказать лишь то, что я криворукий и на камеру делать это очень неудобно. В любом случае, результат вы можете видеть на своих экранах. Кстати, вот промежуточный результат того, как смотрятся колеса на этой машинке. Промежуточный, потому что тут еще не прокрашены фары, и позже я все-таки решил покрасить внутренний салон, вернее стекла, в черное, прям темно-темно-синий цвет, что вы видите чуть-чуть позже в следующем кадре. На этом сегодняшний кастом закончен. Надеюсь, что вам понравилось это видео и мой кастом. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками, дизлайками или комментариями, и всем пока.